Всем привет! Сейчас 10 утра, я собираюсь. Собираю свой чемодан на море. Короче. Вчера я начала это дело делать. Сегодня я закончу. Не знаю, на дно, наверное, я положу ноутбук. Чемодан у меня маленький. Но я хочу в него все вложить, все, что мне надо. Сейчас посмотрим. Так. Босоножки беру. Все-таки решила их взять, мало ли куда, может, вышлепать надо. Надо все сложить компактно. Босоножки слаживаются. Сейчас поближе подтяну вас. Что там видно? Ничего не видно. Ну ладно, буду так показывать. Вот так вот сложила босоножки. Это получится более компактно. Шорты я с собой беру, одевать я их не буду, естественно. Мне кажется, что я в основном в них и буду ходить. Так, одежду я видела, как слаживать. Ложат вот так вот. Потом я беру такие штанишки, они удобные. Из-за лишнего веса я не могу одевать одежду без шортов, потому что ноги не стираются. Поэтому я худею. Потом к этим штанишкам вот такую тунику. Потом еще вот такую кофточку. Хотя она может мне не понадобится. Но так как я еду на 3 недели, может и понадобится. Потом еще вот к шортам это у меня кофта. Все, вот видите, я слаживаю одно на одно. Потом у меня платье вот такое черное. Одно платье, которое я беру, больше решила не брать. Так. Рубашка. Ее может куда сверху. А не надо. Рубашка это если прохладно, может. Я не беру теплую одежду. Так. Теперь я беру 2 комплекта. Белья. Один будет на мне, один я еще беру. Так. Потом, я не знаю, надо мне брать 2 купальника или... Одного достаточно. Нафиг мне 2 купальника, да? Не надо брать, это лишний вес. Вот новый купальник, я его беру. Так. Теперь я взяла вот такие секси-трусы, ну мало ли. Так, что еще у меня? Не секси. Не буду много брать. Буду ходить там без трусов. Вот такие мои любимые труселя с зайцем. Типа стрингов. Если что, можно о них загорать. Короче, так их ложим. Ну все, с одежды все. А еще полотенце я с собой беру. Вот так вот. Это мое любимое старенькое Парео. Я его возьму. У меня есть новое, но я его не люблю.
мы поближе положим. Теперь вот так вот берем и слаживаем. Это где-то я видела. Скручиваем, короче. Это чтобы место поменьше занимало. Не на дно все-таки ноутбук. Вместо всего этого барахла. Неудобно такое скрученное ложить. Короче, придется все так поразкручивать. Хочу никакие пакеты паковать. Так. Ну, это можно вот красный сделать. Вот так. Так, что у нас дальше? Зубная паста, щетка. Мы можем поближе в поезде будем чистить зубы. Мыло стирательное и такое. Можем сюда еще шампунь, еще же я помою голову. Так. Зубная нить. В поезде не будет. Прокладки, памперсы. Тут куча барахла, конечно. Это тут у меня таблетки, презервативы, всякие угли. Радостник. Где-то сюда надо идти. Таблетки. Или таблетки с собой. Ну, может, какой-нибудь валидол. Короче, возьму с собой левомицицин. Это от отравления. Духи, что-то еще, уголь, а, конечно, это фуроцилин, уголь активирован, можно взять одну. Ну, не знаю. Валидол надо мне, не надо. Ну, пускай валяется. Даст Бог, не пригодится. Так. Все сюда. Теперь у меня тут от солнца. От солнца. Это с собой расческа. И антипреспирант от солнца я не хочу с собой тянуть. Потом для контактных линз набор с собой. Так. Платок, наверное, возьму, а панамку сюда сложу. Так. Это у меня тут косметика, очки, резинки. Косметика, у меня вот такой набор. Короче, как-то я сверху это все уложу. Эти палочки. Эти прокладки с собой, мало ли, в Бразилии. Так, крема. Крема я сложу вот сюда, в верхние полки. Еще же у меня там